А вот тем, кто болеет в легкой форме и лечится под наблюдением врачей дома, совсем скоро начнут выдавать бесплатные лекарства. На эти цели Хакасии будет выделено 20 миллионов рублей. Такую информацию озвучили сегодня в Министерстве здравоохранения республики. Переговоры с фармацевтическими организациями на поставку препаратов региональный Минздрав уже ведет. Еще даже нет приказа, который будет регламентировать порядок проведения этой работы, но он появится в ближайшие дни и через неделю, через 10 дней. Я рассчитываю, что препараты у нас уже будут в республике, будут выделяться по аналогии с льготными лекарствами, также будут выделяться бесплатно территориальным медицинским учреждениям.